Вот он, вечерний Арбат. Каруселька. Вот она, рогатка большая. Тут верблюды, кони. На всех катают. Всякие шарики светящие все продают. Волнорез. Можно до самого конца волнореза. Вот он длинный. Боже, какой тоже закат. Уже вроде и солнце село, но при этом так красиво. Класс. Сегодня такой легкий ветерок. Вот тут сразу набережная. Вот он, Арбат. Это самый краешек Арбата, можно сказать. Мы с Димкой часто здесь пешком ходили вдоль берега. Где-то по воде, где-то мимо зон. Но сейчас получается так ходить. Мы сюда приехали на такси. С такси вообще проблем нету. Людей, конечно, много, но вот сейчас не сказать, чтобы прям. И развлечений, если кто-то устал тюленькой валяться на пляже или болтаться на волнушках, вот можно пройтись, купить суши. Мы, кстати, суши вот заказали, сейчас ждем. Купить шарик вот такой. Посмотрите, фотографируется. Люди радуются, им хорошо. Купить коктейльчик, как я сейчас уже так это... Текила Санрайз выпила. Ну ничего, вот тут всякие еще какие-то виртуальные развлекухи. Мальчишка все. Качельки. А я вот все-таки иду и смотрю. Ну, все-таки меня коктейли должны же меня ждать. Лонг Айленд больше не буду. Ну, может быть, секс на пляже. Нет, Димка будет против. Пойду обратно. Смотрю, уже мой муж стоит, меня высматривает. Думает. О, смотрите. Виртуальная реальность со спецэффектами. Мальчишка перепуганный. Ну, в общем, веселье только начинается. Пятничный вечер. Здорово.